заросшем парке стоит старинный дом, забиты окна, и мрак царит, и вечно в нем. В заросшем парке бендерского пионерлагеря «Лира» стоит старинный дом. Он выбивается из привычного городского пейзажа. Оригинальная планировка и крестообразный фундамент. Одна из местных легенд гласит, дом принадлежал князю или графу. На самом деле это дача врача Флемера. Один из нескольких домов 19 века, который в Бендерах сохранился почти в первозданном виде. Это одно из самых загадочных мест Бендерах. Про него известно лишь, что дом принадлежал доктору Флемеру. Позже здесь была партийная конференция. Другой информации в открытых источниках нет. Но по некоторым данным известно, что здесь проводились званые ужины, и этот дом был центром светской жизни города. История не сохранила даже имени Флемера. Известно только то, что он был стоматологом. В Одессе в начале прошлого века работал дантист Яков Флемер. Он даже был героем книги знаменитого писателя Валентина Катаева. По одним данным, одесский Флемер приходится бендерскому Флемеру братом, по другим – дядей. Это была целая династия стоматологов. Снаружи особняки еще крепкие, но внутри царит разруха. По ветхой лестнице на второй этаж подниматься рискованно. Балкон тоже вот-вот обрушится. Здание, как и вся территория вокруг, долго была в руках частного владельца. Много лет шли суды, и недавно все это вернулось в собственность государства. Теперь дом в реестре объектов культурного наследия республики, как колоритная постройка царской России и знаковое место революционного подполья. Именно здесь в мае 919 года решили поднять антирумынское восстание. В историю оно вошло как Бендерское восстание. Сейчас мы направляемся в самую большую комнату дачи Флемера. Можно предположить, что именно в этой комнате и проходило то самое подпольное собрание, на котором приняли решение начать восстание против румынских оккупантов. Восстание вскоре началось. В один день его участникам удалось захватить и железную дорогу, и почту, но уже к вечеру восстание было подавлено, а подпольщики были схвачены, а потом уже расстреляны. Таинственный дом связан с массой небылиц. В советское время ходили слухи, что в здании до революции был тайник Котовского. И здесь он хранил награбленное во время налета на бендерское казначейство. В городе считали, спрятать деньги в менее эффектном месте бессарабский Робин Гуд, конечно же, не мог. А еще поколение пионеров в лагере «Лира» рассказывали, что в доме водятся привидения. На самом деле данных о даче Флемера, построенной в 70-е годы 19 века, практически нет. Известный бендерский краевед Виктор Кучеренко долгое время искал информацию, но безуспешно. Во всех книгах о Бендерах про это место, в лучшем случае, несколько строчек. Пользовался фотографиями и по большей части добавлял из воображения. То есть некоторые детали, которые есть на картине, на доме они присутствуют. Добавил дорожку в виде ступенек, на самом деле она здесь ровная, и также беседку немножечко приблизил. Юный художник из Бендер Александр Субботин любит гулять в окрестностях Лиры. На таинственный дом он смотрел через забор. На территорию раньше не пускали. Видел окна и часть фасада. Картину с особняком Флемера он написал, используя фантазию. Сейчас художник называет этот заросший парк с особняком одним из самых живописных мест в городе. Я бы очень хотел увидеть эту территорию в качестве парка, музея, где люди могли бы ходить и смотреть, узнавать историю. Планы на парк-музей у городских властей действительно есть. Недавно здесь побывала комиссия. Решили для начала облагородить территорию, а потом думать, что делать. Снова открыть детский лагерь или разбить здесь сквер. Здесь много аварийных, высохших и сломанных деревьев. И в целом и карантинный сорняк. Его нужно ликвидировать в срочном порядке. Также направлены будут запросы для очистки исторического колодца, проведения анализа воды в этом колодце. Одновременно направим запросы нашим приглашения археологам, геологам, так как мы увидели, что на территории есть подвалы какие-то исторические.
Колодец, построенный в начале прошлого века, скрывается в глубине лагеря. Когда-то здесь была целебная вода, теперь он засорен. Колодец будут чистить, есть задумки по ремонту дома. Правда, этот процесс долгий и затратный. Дачу частично реконструировали в советское время. Несколько лет это был корпус лагеря. Здесь спали пионеры. Для ремонта кровли заказывали черепицу из Германии. Но потом крыша обрушилась. Здание стали использовать как склад. Мне кажется, что это фрагмент черепицы относится к годам 80-м. В 80-е годы здесь проводилась реставрация. В принципе, поэтому здание до сих пор сохранилось в достаточно неплохом состоянии. Хоть и крыша уже сильно прохудилась, но стены вполне приличные. Недалеко от дачи есть старая башня. Считается, что ее использовали как смотровую площадку. Сверху видна половина Бендер. Но в архивах нашлись документы, согласно которым башня была частью городской системы водоснабжения. По сохранившимся документам с конца 80-х годов, когда эту башню тоже реставрировали, в них она фигурирует под названием водонапорной башни. Совсем не смотровой, но кто здесь более прав, это уже покажут документы, которые когда-либо, может быть, отыщутся еще. В зарослях парка еще несколько интересных объектов. Вот вход в подвал, который, по легенде, может привести в центр города. А еще мемориал героя-комсомольца с памятником из белого мрамора. Это как раз наследие уже советского периода. Это памятник Виталию Боневуру. Когда-то здесь в лагере даже был отряд имени Виталия Боневура. Только памятник, конечно, был немножко белее. И пьедестал был облицован деревом, а спереди был серп и молот установлен. Сейчас готовят проекты по реконструкции лагеря Лира. Основная задача – облагородить территорию и отремонтировать лагерные корпуса и домики. Параллельно будут стараться восстановить исторические объекты. Работы могут растянуться на несколько лет. В городских архивах будут искать материалы о доме, башне и колодце, чтобы стереть белые пятна с исторической карты города. Юрий Заяц, Максим Кирьязов, Дмитрий Ягодкин и Виктор Гирля. Отражение.